новогодние дни в Болеро. Великолепнейшее, роскошное шоу, программа. Ну, конечно, главная достопримечательность. Невероятные, нетрезвые болеровские девчонки. Витают потрясающие ароматы парфюмов и феромоны. И не только потому, что в Болеро, как обычно, приторный дух флирта ощущается, но и потому, что здесь сегодня, конкретно сегодняшний вечер, отмечает свой профессиональный корпоративный праздник сеть клубов «Феромон». Все феромоны здесь сегодня в Болеро. Существует всего две профессии, которые приветствуют такой профессиональный талант, как умение обманывать людей. Это политика и это фокусы. Фокусы. Сегодня здесь великолепное шоу иллюзионистов и манипуляторов. Газа Болеро. Как вот этот популярный номер, где летают вот там всякие предметы, летают? Как они летают? В иллюзионном жанре это называется очень просто. Левитация. Ни один фокусник вам не скажет, как летают предметы. Это нельзя, это за это бьют, за это ломают руки другие фокусники. Такой жестокий мир у вас, да? Поэтому мы все секреты бережем очень... Дива, диджей, героиня множества телепроектов. Что, чем ты живешь сейчас, скажи мне, в новом году? Ой, я только недавно прилетела из Таиланда. Все, остальное можно не говорить. Ну что, чем живу? Гастроли, вот, отдыхаю. Все хорошо, на самом деле. Ну и как там в Таиланде с порно-бизнесом? Отлично, я правда не знаю, но вроде хорошо. Таиланд, это ж Таиланд. Может быть, вот это вот людям нравится испытывать какое-то возвращение в детство? Вы же верили в Деда Мороза, в Снегурочку? Я сейчас верю. А в Снегурочку точно. Тогда вы не потеряли веру в чудо. А многие люди теряют в эту веру, и мы им пытаемся им хоть на секунду, но вернуть. Ходила на знаменитое тайские шоу. Сиськи-письки шоу, да, фигня, честно, по сравнению с нашими, ну, не на что посмотреть. Не, ну, конечно. Просто разве... не на что глянуть, ну, что там сиськи-письки, вот я это я понимаю, ну, конечно, ерунда. Я же увидел афишу «Олег Скрипка». То есть это ВВ или это Олег Скрипка? Нет, именно Олег Скрипка приезжает со своим Le Grand Orchestra, это его новая программа. И мы решили сделать такой подарок всем харьковчанам на Старый Новый год. Мы пригласили Олега Скрипку, чтобы вы действительно весело встретили Старый Новый год. Вот то, что он так часто бывает в Болеро, в разном статусе, это говорит о вашем к нему отношении или какие-то у вас особенные взаимоотношения существуют с Олегом? Очень много публичных людей приезжает в клуб Болеро просто отдохнуть. Для многих клуб Болеро это не только дружба уже годами, а это и